Давайте сейчас посмотрим панелька. Хит от Валентина Дядьки. Этот хит, который заценил сам Хаски, когда этот трачок вышел. А Толя Кьюти мне писал, что вот мы на студии с Хаски смотрели 10 раз подряд. Обзмеились все, оборжались. В общем, ребятам очень понравилось. Давайте посмотрим эту работу. Панелька, Валентин Дядька. Валентин Дядька, поддержку рэпера Хаски. Милые глазки. Yeah. Начинается как трещина в углу. Битая тачка на полу. Батина тачка — это деньги. Трещины будто бы пауки на панельке. Слайдер не раскроется как сила. Вот и я панельку свой сервис нес. Так и не пройдено было змейка. Папе нужна новая панелька. Разбита панельная брюха. Я сбитой панелькой ухо. Еду в Евросеть за панельки для отца. Еду в Евросеть за панельки для отца. Еду в Евросеть за панельки для отца. Чтоб не получать ремня. Знаете самую палатку в околотке, где могу купить панельку за 200. Подобрать на батину модельку, подходящую панельку. Но остался только розовый на полке. Батя не поймет, у него на спине наколки. Класс и послезавтра с автобуса сразу в дом. Сраное село, тут негде прикупить панельку. Панелька, бля. Разбита панельная брюха. Панелька, бля. Я сбитой панелькой ухо. Еду в Евросеть за панельки для отца. Еду в Евросеть за панельки для отца. Еду в Евросеть за панельки для отца. Чтоб не получить ремня. Заказал с Алиэкспресса. На сайте все они под трафарет. Но батя скоро явится, дурная пьеса. Скажет, что сына у него больше нет. Прятки от отца, будто чужая жизнь. Он крепко схватит за фланельку. И давай дубаси, дубаси до бизнеса. Привет, панель, сын, скажи, как ты с панелькой. Панелька. Набита панельная брюха. Панелька. Я сбитой панелькой ухо. Еду в Евросеть за панельки для отца. Еду в Евросеть за панельки для отца. Еду в Евросеть. Батя, у меня тут мощный просто прыщ на щеке. Еду за панельки для отца. Еду в Евросеть за панельки для отца. Еду в Евросеть за панельки для отца. Чтоб не получать ремня. Привет, мой бублик. Привет, мой бублик. Панек! Привет моим бабылкам! Рэпер Хаски подменил русскую лапу, совершил поступок, за который его извиняют высшие силы. Ай! Этот клип, кстати, в этом клипе я снимаюсь, во-первых, это я в секонде купил олимпийку, форму Австралии, по-моему, сборной по теннису, это раз. Во-вторых, снимался этот клип у нас в комнате, в которой мы жили с Сашей, дискотекой, и в подъезде, в нашем подъезде, и там еще был вот написан телефон на окне, и потом люди, которые смотрели этот клип, все звонили по этому номеру, пробивали, где живет человек с этого номера, и всякие такие угары были. А что-то я хотел сказать про этот клип. А, еще вот этот вот телефон, как у меня эта вот идея этого клипа зародилась. Я работал тогда как раз в Питерленде. И там у меня была в серверной коробка со старыми всякими телефонами, панелечками. И я подумал, что вот можно один из них взять и заюзать для клипа, снять вот такое вот чудо. И его я делал по методу Дада,
по методу слепой нарезки, потому что когда сняли, я такой, блядь, насколько же лень мне это все монтировать. Я просто нарезал случайным образом куски, и получился вот такой клип. Если хочешь... Меф. 100 рублей. А у вас парнобой с Хаски состоялся? Нет, никакого ответа не было. Я ему даже еще написывал, просил, послушай релиз Соломы, брат. Но он не послушал. Только за май с Хаски регулярно общается в Телеграме.